друзья, с вами Рина, любительница кукол. Я сегодня хочу вам показать кукол Сони Роуз. Ну, в частности, я хочу вот эту, конечно, куклу вам распаковать и показать из серии Travel. Это девушка, которая отправляется в Париж. Путешествие в Париж называется. Ну и кроме того, вот у меня есть еще две такие куколки. Одна очень сильно заигранная. Это вот эта куколка, поигранная детьми. Ну и вы видите, что у нее тут с волосами уже лучшего ничего не будет. А может, это была линейка такая, где волосы были не очень. Или уж действительно дети так заиграли. И еще одна куколка тоже из серии Пати. Это вот эта красотка, у которой восхитительный наряд. Мне очень нравится она своим нарядом. И этими гольфочками, и туфельками, ботиночками, и этими красивыми, как они называются, вот эти обрезанные перчатки, уже я забыла, как они называются. Митинги, по-моему, да, точно митинги. И вот у нее в наборе есть еще и наушнички, и сама такая лапочка красивая-красивая. Это кукла Керн. И у нас в России она называется Сони Роуз. И делается она по заказу Гулливера. Это тоже такая наша компания игрушечная. И эта кукла, ну, становится даже очень популярной. Особенно вот эта последняя линейка, которая называется Travel. Уж очень-очень хороша. Мне она очень понравилась своими нарядами. Ну, вот так выглядит коробочка. Пластиковое окошечко. Показаны красивые ресницы. Яркие образы, модницы, ля-ля-ля-ля. Очень все красиво. И вот такой вот, такая вот упаковочка. Обратная сторона коробки тоже очень симпатичная. Фотографии Сони Роуз в разных городах и странах очень красивые. То есть коробочка такая симпатичная очень, привлекательная. И вот в коробочке такая шатенка. У Сони Роуз одинаковый молд, насколько я знаю, особенно в России, где-то еще, может быть, в Китае есть там и улыбающиеся девочки, и, может быть, какой-то другой есть молд, но у нас в России только такой. И вот у нас еще есть прошитые ресницы, чего редко встречается в Китае, как говорят. Но у меня нет ни одной такой куклы, которая была бы куплена в Китае. Но вот Сони Роуз, у них у всех прошитые ресницы. Ну, красиво, конечно, мне нравится. Очень даже милая личика и мод очень симпатичный. И мне нравится вот у последней этой линейки, очень нравятся наряды. Посмотрите, какой у нее шикарный наряд. Многослойный, очень аккуратно сделан. Ботиночки, чулочки или колготочки, еще пока не знаю. Очень хорошо проработан берет. И все из разных материалов, очень даже подходящих для такого реалистичного образа, и сумочка. Все очень красиво упаковано. Девушка направляется в Париж. Очень хорошо в коробке закреплена вот за шею, за талию и за ножки. Все очень плотненько держится. Еще и, мне кажется, там волосы пришиты. Ну и вот фон выглядит вот так. Париж, Travel to France. И вот такие вот элементы путешествий изображены на сером фоне. Ну, уже сразу должна сказать, что челочка не очень аккуратно обрезана. Видите, есть какие-то тут лишние части, неправильно подрезанные. А одежда очень симпатичная. Причем она уложена так и прихвачена тут пластиковыми заколочками, можно сказать, чтобы ничего не мялось. Очень все аккуратно, поэтому все в замечательном состоянии. Несмотря на то, что была уложена в коробочку. Чтобы волосы не истрепались, не замялись, вот на такой вот пластиночке они прошиты. Нужно аккуратненько ее... Вот такие длинные, красивые каштановые волосы, прошиты в два цвета. Почти до колен. Красиво все. Берите, держится на штрипочке. Из аксессуаров вот сумочка очень милая. На цепочке тоненькой, очень красиво, нежно смотрится. Ремешочек впереди, пряжечка, сзади на липучке. Летнее пальто желтого цвета с отложным воротничком голубого оттенка. Впереди тоже на липучке. Вот так. Под пальто тельняшка, очень симпатичная, трикотажная.
Голубая юбка сзади на липучке. Внутри к ней пришита кофейного цвета сеточка. То есть это единая юбка. На ногах вот такие полусапушки на каблуках с маленькими бантиками впереди. Ну, так из такого, из мягкого пластика или резины. Тельняшка на липучке сзади. И на ногах у куклы одеты колготочки. Такая миленькая ситочка бежевого светлого цвета. Вот такая многослойная одежда. И беретик бордовый с вот с таким помпончиком сверху голубым. В комплекте с куклой идет вот такой чемоданчик. И он легко открывается. Туда даже можно что-то положить. Вообще куклы очень качественные. Из недостатков я могу только одну назвать, что в бедрах немножко слабоваты шарниры. А так и в коленях, и в локтях все очень хорошо. Вот две куклы, которые есть у меня с шарнирами, они очень хорошо работают, эти шарниры. Одна-то вот эта куколка без шарниров. Но вот несмотря на то, что ее мурзили и замурзили, она все равно очень хорошо, в общем-то, выглядит, не считая волос. Вот. А эти, конечно, куклы очень хороши. Мне одежда безумно нравится. Качественно сшита, никаких нареканий к одежде. Вообще никаких там ниток, ничего такого подозрительного нет. И куклы сами очень красивые, очень милые. Большое вам спасибо за внимание. Желаю вам творческих успехов, красивых куколок. С вами была Рина, любительница кукол. До новых встреч!